Вы попали на канал Малахов Круг, и веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Видите? Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересен, пожалуйста, смотрите. Как видите, все потаяло. Голый лед, голый лед, голый лед. Он свою раздяву ждет. И сейчас мы совершим нашу часовую прогулочку. Возьмем для собачек, чтобы они меня не съели. Что, жена приготовила? Кстати, вон она шумит, железная дорога. Видите, он мост. Через него грохочут поезда. Вот как раз поезд проходит. Ну что? Да, в добрый путь. Специально для Жана. Вот отсюда я отправляюсь в Москву по железной дороге. Здесь гудят поезда. С моста видна крыша моего дома. Это вот там красненькая крыша. Смотрит прямо. Лампа горит. И левее как раз это будет вот крыша дома моего. Как провожают пароходы. Совсем не так, как поезда. А вот он, вокзал. Станция Каменская, можете увидеть. Помню, в детстве, вот там примерно, где в беленькой одежде стоит женщина, стоял памятник у начальника станции. Была дочка. Эта дочка наступила на какую-то щепку и заноза в ногу, в ступню. Получилось заражение крови, и она умерла. Так вот, в память о своей дочке начальник станции сделал памятник. Сидит девочка, значит, и одна нога у нее лежит на колени, ну, то есть она приподняла. И вот что-то там она ковыряется, пробует вынуть эту занозу. Вот такая грустная, но в то же время какая-то умилительная история. В ту сторону Москва. Вот, если интересно кому-то. Вот такой вот вокзал и железная дорога. А прогуливаться мы с вами будем вон там, вот в тех деревьях. Подошла электричка. Ту-ту. Лед. Галимый лед. И я иду по нему. Так, кстати, надо поставить тренировку. Выбираем ходьба. Ходьба цель не задана. Ходьба, видите? Опачки. Эйнцвейнры. И пошел. Лед галимый. Даже тает. Скользота кругом.
вот такая вот погодка. У нас плюс 3, кстати. Плюс 3. Ну что, где моя собачья банда, которая так и хочет меня залошить? Сейчас я ее буду звать посвистом. Слышите? Несутся, вот они. Ой, несутся. Вот они. Вот они. Бандиты. Ой. Здравствуй, 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 здравствуй. Ой, молодцы, молодцы, молодцы. Сначала съели вкусное. А потом так уж и быть, хлебушек. Вот, ну все, заняты. Скользота скользючая. Скользючая скользота. И везде такое. Сейчас выберу место, где ровненько, и там похожу. Как вы думаете, на эту горку я поднимусь или нет? Включаем свои познания. И пошел, 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 смотрите, голимый лед, а я иду, а? Сложный подъем, поднялся, ё-моё, лед блестит, ждет моя оплошность, и я иду, как мне страшно. Ай, но я иду по самой скользоте, по горке, горочке. Чувствую, как ножички проскальзывают. Но я держу ножки, в коленях согнул. Вот так вот, сам как пружинка, сжался. Ах, одна проскользнула, но ничего. Все, основное позади. Смотрите, какую я скользоту преодолел по самой скользоте. Молодец. Ну просто молодец. Вот что значит, мы не ищем легких путей. А такие, трудные. Благодаря трудностям мы как раз и растем. Yes.